Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такого замечательного мономишку. Это директор академии из мультсериала аниме. Вот. И я хотела бы выставить его на голосование. Вязать ли мне вместе с вами, то есть делать ли видеоурок по этому мишке, либо же оставим его обзором. Вот. Мишка довольно-таки многодетальный, но на самом деле сложность состояла лишь в том, что здесь идет вертикальная полоска разделения цветов, то есть добра и зла. И из-за этого вышла сама сложность вязания. То есть мишка вяжется не голова, допустим, от макушки до шеи, а идет боковое вязание. То есть под ушком начинаем и идем дальше. Точно так же и тело я вязала с овала, нестандартным, скажем, способом с шеи или снизу, а именно идет вертикальное вязание вместо горизонтального. То есть у меня идет вертикальная смена нити. Вот, и здесь, как вы видите, здесь детальки пупка, мордочки, флисовые. Здесь глаз и мордочка, опять же деталь ротика боковая, ушки, глазики и так далее. То есть, в принципе, я открываю голосование. Если вы желаете связать вместе со мной, оставляйте пожелания в комментариях, так как это более подростковый, скажем, подростковый вариант игрушки, этот сериал для подростков аниме, поэтому как бы детки, я думаю, еще не знают про этого мишку. А если у вас есть желание связать для ваших старших деток, то, пожалуйста, пишите в комментариях, и если наберется много желающих, мы свяжем обязательно вместе с вами. Поэтому хорошего настроения желаю, голосуйте, оставляйте пожелания в комментариях. Пока-пока!